Вспомнили жертв терроризма в этот день и на языке спорта. Сразу в 5 городах страны одновременно в формате телемоста прошел турнир по кроссфиту, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участникам из Красногорска, Кургана, Астрахани, Улан-Удэ и Ульяновска предстояло на скорость выполнить ряд упражнений из функционального многоборья. Задача перед участниками стоит выполнить комплекс упражнений за минимальное время. Кто выполнит его быстрее, тот и выиграет соревнование. Снаряды представлены на дорожке, ну, самые простейшие, с гири, с гантелями, подъемы, как виды кардиооборудования, байка, гребли. Во всех 5 городах участвовать в соревнованиях мог любой желающий. В Ульяновске таких оказалось почти 50 человек. Тройка победителей в каждом регионе была своя, но медали на спортивном мероприятии не были главным призом. Важнее было единство спортсменов из разных городов, единство людей против терроризма. Максим Бажанов, Дамир Губеев. Вести, Ульяновск.